Навальний фрі! Серед 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 Навальний фрі! Випускай! 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 Свободу Навальному! Свободу Навальному! Фрі Навальний! Фрі Навальний! Путін вор! 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 Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Аквадискотека! 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 Да иди сюда! Итак, друзья, ну что вы думаете, как будут разворачиваться события далее? Скорее всего, будет блокада. Это возмутительно. А есть ли у вас мысли о дальнейших шагах? Что делать дальше в этом случае? Выходить, чтобы выходило больше людей, не боялись. Многие сами не согласны с тем, что происходит, но считают, что ничего нельзя изменить. Это неправильно, надо выходить и высказывать свое мнение. В первую очередь не бояться и не молчать. Мы, русскоговорящие в Норвегии, собрались для того, чтобы показать нашу солидарность с русским народом, с тем, кто находится в тюрьмах в данный момент, с теми, кто подвергается пыткам и так далее. Единственное, что мы можем, это выйти и сказать наше несогласие. Поэтому мое предложение не бояться и не молчать. Ну, я считаю, что я лично не имею морального права призывать кого-то к чему-то, потому что я нахожусь в Норвегии, меня в автозак не упикнут, меня дубинками бить не будут. Но я считаю, что Лёху надо отбивать и действовать. Да, всем ребятам, всем, кто выходили в России, всем огромный-огромный респект. Это геройские люди. Знали, что они идут в тупинки, знали, что они идут против просто армии каких-то орков, и все равно вышли. И это то, что, да, это то, что на самом деле, как мне кажется, мы все должны в себе взращивать, делать, выходить. Естественно, нам это говорить отсюда просто. Нас охраняет, здесь полиция, да, нас никто не будет притеснять. Но в то же время люди, которые вышли, они вышли не за... На самом деле это же дело не Навального, это дело каждого человека в стране. Это человек, да, Алексей Навальный, это один из тех, кто... Один из тех, кто сидит за нашу свободу. И нам нужно тоже как-то за нашу свободу ее отстаивать. Мы выходим, ребят, в поддержку тех, поддержку политзаключенных и поддержку тех, кто выходит и отстаивает свои свободы. За свободу и за будущее России. И за будущее России. За прекрасную Россию, как Навальный говорит. Будущего. Прекрасную Россию. За прекрасную Россию будущего. Я считаю, что у нас есть моральное право призывать выходить на митинги. Многие говорят, что вы уехали, вы сидите в тепле, вы ничем не рискуете. Да, это так, но мы выходим. Каждая крупица информации, распространение информации важна. Мы делаем то, что можем. Мы не можем оставаться в стороне. Это наша Россия, это наша страна. Нам не все равно, несмотря на то, что мы уехали. У нас там семьи.
да. Ну, я тогда добавлю от себя, что, на мой взгляд, на самом деле, все равно в России все, кто выходят на улицы, они все равно итоговое решение принимают сами. Мы лишь можем сказать наше мнение, нашу позицию отсюда, а им уже решать, участвовать в этом или нет, и если участвовать, то на каком именно этапе. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!